10 лет сохраняя память о великом земляке. Школьный музей имени Астафьева в 96-й гимназии отметил юбилей. Сегодня в школе собрались друзья и коллеги, те, кто стоял у истоков музея, школьники и учителя. Рассказывали истории появления экспонатов, о том, как рос и развивался школьный музей. Ваш школьный музей является ярким примером воспитания чувства патриотизма, любви к своей родине, преданности музейному делу. Выражаем вам признательность за сохранение исторической памяти. Спасибо всем! После торжественной программы в актовом зале гостей праздника пригласили на экскурсию по музею. Здесь их проводят сами гимназисты, готовят тексты о жизни и творчестве Виктора Петровича, знакомят с экспонатами, делятся малоизвестными фактами о писателе. Значительная часть экспозиции – тоже работы школьников. Кроме того, в музее Астафьева собраны книги из личной библиотеки писателя, архивные фотографии, письма. Как отметил один из гостей праздника Анатолий Коновалов, школьный музей со своей миссией патриотического воспитания справляется на отлично. И когда видишь глаза учеников, детей, которые говорят через слова Астафьева о России, о народе, о его быте, об образе жизни, то понимаешь, что это формирует их как личность. Поэтому наличие музея – это, в первую очередь, как инструмент воспитания поколения. Открытию музея предшествовали долгие годы дружбы с писателем. Еще в 96-м году он откликнулся на письма гимназистов, а год спустя приехал в гимназию лично. Позже педагоги школы встречались с Астафьевым в Овсянке. Сам музей открылся 23 апреля 2004 года. За минувшее десятилетие накопился богатый опыт, говорит директор гимназии Евгения Бреус. Но все же здесь уверены, что 10 лет – еще очень молодой возраст. Для образовательного учреждения это целый глобальный пласт. За это время мы очень многое переворошили, перелопатили, покорили, исследовали. И поэтому, конечно, если посмотреть назад – то для нас это много. И с другой стороны, нас радует то, что 10 лет мы еще молодые, у нас очень много всего впереди, и мы на этом не будем останавливаться, будем двигаться дальше. Завтра гостями программы «Кстати» станут ученики гимназии. Они сами расскажут о тайнах Астафьевского школьного музея.